рассказывают о волнениях в Турции и говорят, что они, в общем-то, связаны с тем, что люди протестуют против вырубки парка, я понимаю, что это абсолютно нормальная акция. А как иначе люди могут помочь людям зарабатывать супер деньги, какие-то супер барыши наживать на строительстве, скажем, строений внутри города? Ведь когда я смотрел, как должен развиваться планы 34-35 года город Москва, там специально для того, чтобы решить транспортные проблемы, чтобы было чем дышать, оставлена была куча сквериков, парков, каких-то площадей, все они застроены сейчас высотками. Значит, люди опять продолжают зарабатывать суперприбыли, вот эти все свои, получать эти суперприбыли от того, что рубят деревья, которые дают мне воздух. Это воздух, которым я дышу в городе. Хотите, пожалуйста, выйдите в поле, там навалом места и стройте свои дома. Нет, надо обязательно вырубить центральный парк. Я бы на месте турок точно так же вышел и свернул башку правительству, которое не дает мне возможность дышать.